Ведьмаки должны быть преданы суду и казни без вопросов. Вот ведь я глупая. Я-то думала, что суд — это и есть вопросы. Они убили двух рыцарей, Ваше Величество. Вы это стерпите? По словам трактирщика, рыцари спровоцировали схватку. Ведьмакам пришлось защищаться. Из-за лесных нападений люди и так теряют веру в монархию. Теперь корона посмотрит сквозь пальцы на то, что пролита рыцарская кровь? Стало быть, война с ведьмаками? Чтобы они уже точно оправдали ваши страхи. Они опасны, с этим я спорить не стану. И эта война зальет кровью весь Кейдвен. Собранию следует помнить, что герцогиня занимает лишь почетное место. Но это место все еще мое. Оно заработано телом, а не благородным происхождением. Замолчите! Или я прикажу рыцарям убить вас обеих! Тетра права, Ваше Величество. Ваши подданные ждут от вас действий. Но что, если убить сразу двух зайцев? Очистить леса и при этом избежать войны с ведьмаками? Ты знаешь, почему люди до сих пор не истребили нас? Потому что чудовище еще страшнее. Людям всегда будут нужны чудовища. Чудовище.